А у них все интересно, вот такие есть молодые люди с такой рекламой. Довольно часто там я видел. Такая ходячая реклама. Почему это выгодно, я не понял. Я не очень сообразил. Ну вот, 3 копейки. Здесь хоть нормальные картинки. Вон Корона, допустим. Вон там. Охранник. Но на самом деле это будто рядом. Вот это рядом. Другая Корона. Да это же. А вот такой был парад? Таким? Не, не было, не было. Там просто парад. Просто ходили. Сначала с украинками, нет, сначала с костюмом, потом с украинками, как с парадом. Вот действительно, вот такой солдатик в фреске. Ну ладно, побежались побыстрее чуть-чуть. Да ладно тебе уж. Жаловаться. Я же сам не знал. Я за что это? Сознательно соврал. Кто теперь будешь ты знать? Сёндаг, сёндаг, сёндаг. По воскресеньям? Кажется, воскресенье. Я тут путаю, суббота, воскресенье там оно отличается. Ну, посмотрим словарики. Наверное, воскресенье. Фотографировал там? Снял? Все что? Списание, парад. Ну, немножко снял, конечно, но... Я же редко езжу, раз в полгода в Стокгольм. Горячие колбаски. О, 15! Всего лишь 15 крон. Ёлы-палы. С колбаской. Кровь, колбаса. Ну вот это самое, где я тебе говорил.